Идет симпозиум всех воров мира. Встает вор из Франции и просит погасить свет на 30 секунд. Через 30 секунд с того же места, где он стоял, он говорит: «Господин в белом смокинге, на противоположной от меня трибуне, возьмите свои золотые карманные часы». После чего встал американец, тоже попросил на 30 секунд погасить свет и отдал женщине ее ожерелье. После американца встал наш вор, Яша Одессит, и сказал: «Свет тушить не надо. Жорик, раздайте всей уважаемой публике их носки». Объявление в вечерней Одессе. Вчера вечером в порту загуляла и не вернулась домой сука рыжей масти с белой грудью по кличке Маня. Нашедшего просят передать ей, что если она сунется домой, муж ее пристрелит. Гражданская война. Красные и белые на позиции. Через расположение белых едет телега. В телеге тетка в косынке. Белые ее задержали. Тетка просит пропустить ее в Одессу, в расположение красных. Там у нее дети. Она везет им из деревни продукты. Пропустили. Телега въезжает в Одессу и подъезжает к штабу красных. Из штаба красных выходит Фурманов. Тетка снимает косынку. «Петька!» – восхищенно кричит Фурманов. «Ай да замаскировался!» «Я-то что?» – скромно говорит Петька. «Вы распрягите Василия Ивановича!»